Мы тут снимали «Кто круче», который уже вышел во вторник, вот, и вдруг мне пришла мысль, а почему бы нам с Максом не поспорить? Суть спора. Суть спора, а кто больше вот с расстояния, там, допустим, в 2 метра попадет из 10 раз вот этим мячом футбольным в это кольцо? А кто попадет больше, тот выиграл, и тому предоставляется право проигравшему пнуть мячом вот сюда. Примерно с этого же расстояния. Да, примерно с этого расстояния. Вот так вот. Вот. Это будет весело. Ну что ж, я первый. Давай, да, ты первый. Итак, первая попытка Макса. Есть? Да. Один. Два. Два из двух. Блин. Три из трех. Опа. Три из четырех. Три из пяти. Как уже сжалось? Шесть. Ой, три из шести. Сжалась вот эта вот часть. Так, три из семи. Что-то я прям так даже это радоваться стал. Восемь из три. Ой, три из восьми. Два осталось. Есть! Три из девяти. Блин, что-то я прям так как-то это... Всё. О, 4 из 10. Не хочется получать, если честно. Блин. Фу. Начало положено, давай так же. 2 из... 1 из 2. Да. Трех. Да, молодец, молодец. Три из четырех. Фу, да, это нормально. Три из пяти. Четыре из шести. Где осталось один? Один и все. Четыре из семи. Блин, нет, кто-то забьет. Блин! 4 из 8! Сейчас с этим забьем! 4 из 8! Сейчас с этим забьем! Ничья, 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 ничья! Фак! Так а что? У меня же было тоже 4! Да! Блин, как так? Давай! Один всего надо было! По одному! Давай! Давай! Всего один бы забил, и все, я бы уже выиграл. Да. Нету. То есть, если я сейчас забью, да, то все, да? Да. Но у тебя только один удар по заднице. Если промахнешься, сам будешь поломать. Фу, фу, давай. Давай же, выиграй. Есть. Ох. Кто снимает? Ох, ох. И я, видимо. Только не знаю, правда, как это снять. Ох, ох, ох. Вот этой вот ногой. Честно говоря, прижгло поляхи. Ну, я сам виноват, я мог выиграть вообще. Я сейчас смотрю, вот прямо сейчас я забью. Собственно, все. Всем пока. Ох, я прям так рад. Макс, попрощайся. Здорово.